Раз, 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 Михаил, вы здесь? Да, я здесь. Так, ну что ж, сейчас я включу ход. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Боки и Привет, Зедгар. привет. И мы сегодня стримим замечательную игру против Зенит против мьюзиков. Так, что-то у меня не очень получается с Видим размером. сразу первые банальные баны, вот, да? Ага, так, у меня тут косячок небольшой. Косячок? Косячок. Не такой Небольшой. косячок. Он О! небольшой, но на двоих хватит. На двоих-то понятно хватит, но не в этом дело. Так, ну, так, ясно. Ну что ж, итак, еще раз повторяю, всем привет, с вами Боки и Зенгар, и у нас играют Зениты против Мьюзик. Зенит это та самая команда, которая вроде бы заняла третье место на первом интернешнале, там уже пятый, шестой на втором и так далее, я не помню. И, ну что ж, посмотрим пикабаны. Бэйн и Сларк, и ОД, и Тай Тимберсоу. И сразу залетает у нас Алхимик и Лич. Вот только у меня тут небольшая проблемка, Михаил. Какая? Представляете себе худ? Что худ? Худ, представляешь себе? Ну, да. А что не Представляешь, так? что он как бы не подходит по размерам? Ага. Ага. Интересно. Интересно, интересно. А ты его... А я что-то открыл стрим, тут вообще ничего нету. Здесь еще 5 минут задержки у нас на стриме идет. А, они поставили 5 минут задержку? Мы поставили 5 минут задержки. А это так в правилах? Ну, это так по логике должно быть. Типа варты 5 минут Ну, работают? типа да. Ну ладно. Так вот, я не знаю, что мне делать. У меня тут ход висит. Некрасивый такой. Ну, ладно, придется без хода туда играть. Будет у нас просто реклама StarLadder. Ссылочки их не все. Ну что ж, Пугна у нас залетает еще в пик. Алхимик и Лич. Зенит уверенно настроены на победу. Вот Пугна, кстати, очень интересный пик такой. Она вроде бы и саппортом может побыть, там в трипле постоять, и на миду может постоять, и фармить может, как хвост. На Пугне, помнишь? Да-да. Это, конечно, нечто было вообще. Кстати, хвост что-то вчера запухал на игре. Запухал. Вчера Нави играли без хвоста. Ох ты. Так, ну что ж, так у нас залетают еще Вивер и Батрайдер. С одной и другой стороны. И пока что более-менее все стандартно. Ну вот, кстати, посмотри, быстро пикают команды. Я помню, мы недавно совсем стримили игру еще одну. Там команды просто до последнего выжидали каждую секунду, думали, обдумали каждый пик. А здесь более-менее быстро. Ну, как сказать, быстро. Ну вот, подвел меня мой язык. Мне нравится ник «Даже твоя бабушка». Даже твоя бабушка. А какой интерес там полностью предложение? Команда Music решила банить только мидеров. Да, ход все по-прежнему не работает. Ну ладно, неважно. Ладно. Так, ну что ж, банит мидеров, это Потом скажи плохо. мне разрешение худа, я, может быть, настрою тебя. А может там как-то просто надо оптимизировать форматы, поэтому заработается? Ну, ладно, потом после стрима обсудим это. Ну понимаешь, что там надо обязательно поставить худ? Ну ладно, неважно. Так, Лакверк у нас залетает в бан от команды Зенит. И пик это не третьего героя. Как ты думаешь, это будет Алхимик Саппорт или Алхимик Кэрри? Или Вот вообще даже не знаю. мидер какой-нибудь? Ну, сейчас будет третий, четвертый пик, и тогда уже Ага, скажем. значит Алхимик либо Саппорт, либо мидер.
Зениты, конечно, мне кажется, пикают по накатанной, там своих основных героев, за которых они играют. А вот команда Music пытается как-то переконтрить это все. Зениты решили влиться в СНГ к Доту. Да. Кстати, Михаил, откройте сейчас стрим, посмотрите, насколько там все красиво. Окей. Видишь, да? Сейчас найду его. В этом дело. Так, ну... Так, ясно. Ну что ж, итак, еще раз повторю. Я не слышал тебя, ладно. Может, тебя вообще не слышно. Ну, ладно. Ладно. Все, итак, у нас залетает пока что никто. Пока что последнее свое бонусное время тратит команда Music. Думает, как же они будут контрить гирокоптера? Этого усатого мужичка. Нет, меня слышно. А что ты говорил, не слышно? Понял. Ну ладно, тогда все хорошо. Так что, ты видел, как там худ работает? А, да, вот худ. Кривовато, да? Так, виномансер у нас отлетает еще в пик. Ладно. Ладно, так уж и быть. Потом настроим. И Рубик сразу. Вот команда Зенит, они практически не тратят ни секунды своего времени. Дополнительно. Так, ну я так понял, это алхимик, который стоит на миду. И не хватает еще либо хардлайнера кого-нибудь, либо саппорта. Нет, мне кажется, все-таки алхимик пойдет в триплу фармить. Фармить. А гирокоптер? Гирокоптер хард. Естественно, конечно. Вы думаете своей головой, Михаил? Почему? Ну почему хард? Это же герой, который должен убивать всех. В мид, я не знаю. Ну, сейчас над последним пиком посмотрим и увидим. Ну просто гирокоптер часто идет в хард. Это нормально. Это ни разу я не видел такого. Да ладно. Да, игры Нави хвост очень часто идет в хард за гирокоптера. Это не хвост. И это не Нави. Это зениты. Вы что? И мьюзики. Так, ну что ж, залетает у нас последний бан Lifestealer. Как-то подзабыли мы про него. Кстати, странно, что его забанили, не думаю, что его возьмут. Ну, почему не думаешь? Потому что, смотри, Пугна стоит мид. Два саппорта, Виномансер, Висаж. И Дарксет стоит хардлайн. Хватает кэрри героя. Ну, Пугна не факт, что мид. А кто? Фармить? Сейчас узнаем. Вот сейчас, да, последние пики, мы наконец-таки разберемся с этой стратегией. Давайте. Команда Зенит. Ну, я лично ставлю то, что алхимик будет стоять на миду. И они сейчас возьмут хардлайнера какого-нибудь. Ну, не, ну я ставлю на то, что мидеров у обоих команд нет, и их сейчас будут пикать. Ты выиграл практически без проигрыша. Ну-ка выбирай давай, кто у них мид будет стоять. Алхимик или игрокоптер? Я на алхимика поставил уже. Не, я же говорю, мне кажется, что мид сейчас будет брать вот героя для мида. Мне кажется, нет. Так, ну, уже тратят свое дополнительное время, так уверенно шли по пикам, и сейчас подзадумались над последним. Какая-нибудь сейчас... Мне кажется, они взяли ихнего героя, их сейчас... героя, либо Дарксира, либо Фуру. Темплар Ассасин какая-нибудь заедет в мид. Или какой-нибудь Баланар. Да много героев, которые могут хорошо заехать. Да, ну саппорт, алхимик. А, нет. Гирокоптер хардлайн, это ну, не торт, сам ты понимаешь. Не знаю. Ладно. Через 50 секунд мы все узнаем. Ага. Квапа, я же сказал, что... Нет, ну не факт, что пойдет, кстати, гирокоптер. Да. Квапа пойдет мид. Я же говорил, что мид. Нет, я говорил то, что гирокоптер пойдет хард. А, нет. Ну я говорил, что из этих четырех героев никто не пойдет мид. А кто пойдет из них, ну гирокоптер или Лич? Мне кажется, да, Лич пойдет хард. Потому что у него есть классный спелл.
Хотя могут пойти 2-1-2 и фармить гирокоптера и алхимика. И но... Темплар Ассасин, а я полностью про нее говорил. Я все угадал, так что сосай, Лалка. Так, пошел ты знаешь куда, слышишь? Вообще просто все угадал. В Гарену пошел, слышишь? В Доту первую играть свою. Не, ну как я угадал с Темплар Ассасин? Ну ты просто так наугад сказал, ну не может такого быть. Приснилось тебе там. Ой, ну да. Да, худ, конечно, ни о чем. Ладно, будем исправлять, будем работать над этим. Так, а теперь самое главное, куда пойдут линии? Вот я все-таки ставлю то, что пойдут 1-1-3 с этим, с хардлайнером мячом. Сейчас увидим. Да, ну, неинтересно с тобой, ладно. Итак, кто на ком у нас играет? Капитан у нас, капитан АИ играет на Темпларке, Ант играет на Висаже, даже твоя бабушка играет на Пугне, потом Мистер Твистер играет на Дарксере, Мемик играет на Веномансере, Ху играет на Квапе, Имба Вульф играет на Алхимике, Дед Сел играет на Личе, и Аймьютед играет на Гирокоптере, и ОЗК играет на Рубике. Рубицке. Так, кого там надо богом назвать? Веномансера или кого? Темпларочку нашу любим. Ну посмотрим, как она будет играть. Посмотрим, ну, да. Посмотрим. Ой, тут замес происходит. Смотри, да-да-да. Смотри, стан кидает Висажа, да, подходит к нему, он отходит. Так, ну, откинулись так просто. С пэлами своими. Далеко, далеко ушел уже. Не стали ловить. Ну, конечно, жестко у нас начала играть команда. Агрессивно. Агрессоры, а не агрессоры. Кроме там. Там же смог был, да? А вот я не уверен. По-моему, был. Так, и что у нас? Лич стоит у нас, я не знаю куда. А, он вкачал первую, хотел убить, но не получилось, поэтому нет у него большого уровня. Так, ну, я, в принципе, так, думаю, угадал. Да ну, неужели не угадал? Посмотрите, алхимик идет вниз, неужели 2-1-2? Ну, он идет за хостой, а там посмотрим. Наверное, нет, пошел наверх. Пошел наверх. Так. Ну что ж, посмотрим на нашу царскую темпларку, как нам обещали, против Квапы Квапецкой. Так, стан у нас в темпларку, и темпларка у нас сливается. Вау. Подожди, стой, а вот... Наведи камеру на мид. Да. Ты видишь, что я рисую? Да, как ты это делаешь? Ctrl. Ctrl. Ох ты, господи. Ясно, ясно, все понятно. Ну, класс. Так, ну что ж. Смотрим дальше. Квапы уже летит банка. С тапком сразу. Дерзкая квапа у нас. Алхимик у нас возвращается в триплут, то есть у нас Лич стоит хардлайн. Эту темпларку богом мы не будем называть, потому что она отдала ФБ. Не, ну не факт, может она сейчас такая соберется и трипл килл сделает на второй минуте. Все бывает на самом деле. Вот, посмотри, посмотри, Куру. Что, неужели что? Я думал, Куру типа так соберет. Скорости не хватит на Куру. Так, ну будем смотреть на фармящего гирокоптера, который, кстати, прокачал ракетку свою сразу на втором уровне. И по крипам у нас пока лидирует Пугна. А Пугна у нас где стоит? Пугна у нас стоит в трипле фармящая. Не понимаю, как так можно за Пугну фармить? Да господи, легко. Качаешь первую и стоишь, добиваешь всех. Так, что к ней уже летит? Какой-нибудь Мидаст на второй минуте? Нет, к сожалению, это не Мидаст. Мидаст невозможно собрать на второй минуте. Ну, если убить всех крипов на карте... Так, сейчас будет ловить Дарксира. Дарксир Сурдж. И отходит. Ну, ракетку. Ой, не ракетку, а станчик залетел просто. Так, вар сразу сбили с энтриком. Молодцы. Вот интересно, почему они поставили лича в харду? Потому что, ну, как-то не особо будет, мне кажется. Но они хотят, чтобы он получил опыт и взял ульту. На шестом сразу убивать. В основном в соло ставят тех людей, которым нужен уровень, да. Спасибо, капитан, очевидность. Так что...
Очень больно тут приходится, лечу. Ну вот как ФБ сделали, как-то все утихло. Не собираются больше драться команды. Тут поделали трипл-четверипл отводы. И стоят, фармят. Кстати, вот у нас выходит алхимик тут на ганг. Мне кажется, пытается. Здесь его видят сразу, потому что здесь вар стоит. И темпларка будет аккуратнее играть. Но у нее есть инвиз, она в любом случае уйдет. Ну, какой-нибудь там смог, сейчас купит пыль. И все. Так, пауза у нас нажимается. Тактическая пауза, думают, как они будут убегать от алхимика. Нет, какие-нибудь лаги. А, давай напишем, наверное, что маты запрещены. Нет. Маты в нас с нашей стороны запрещены, а с остальных команд пусть ёпта матерятся. Блин. Думаю. Да. По-моему, нельзя. Господи. Так, ну что у нас пугны? Пугны пока что ничего нету, только тапок и 315. Золото. И вот паузы я не могу понажимать ничего. Попробуй сейчас контролом провести линию. Ну это понятно. По карте могу. А по карте видно? Видно. Ух ты, у меня какая-то тройная линия, видишь? А, вот. Я это про это тебе и говорил, а ты меня не понял. У тебя тройная, а у меня обычная. Я не знаю, почему так. У меня тройная сейчас? Ты ее видишь? Ты по карте рисуешь обычную линию. А у тебя она как вот в этих фотошопе кисти есть такие дебильные. Так ну, и... ясно. Так, и вот, рисую, все, теперь все рисую. Так, ну что ж, алхимик у нас стоит. Темпларка как-то борзеет уже потихоньку. Хотя нет, отошла. Темпларка даже догнала, в принципе. По крипам к лапу. И по опыту, смотри, они сравнялись. Ну, правда. Ну, да. Ну, правда, да. Пачка крипов. А, нет, пачка крипов же равная. Ну, да, сравнялись. Мне будет очень интересно посмотреть, как будет гирокоптер драться с пугной, который фармит. Так, а мы можем паузу делать? Ну, если хочешь, попробуй. Это что ты упустил этот момент, никогда не пробовал ставить паузу. Так, и ночь у нас на 4-й минуте, и рунка у нас появилась наверху. Темпларка не угадала. Уцепляют здесь Дарксира. Кидают в него ракетку, сейчас будут... поднимать. Ждут, ждут, ждут. Алхимик раскастовывает стан. Значит, там минус Дарксир. Да. Это минус Дарксир. Ну, там без шансов, конечно. Далеко он, далеко, конечно, ушел. Ну, не сколько далеко, сколько у них много дизейбла. И там не уйдешь. А Лич пока стоит, кстати, посмотри. Два хардлайнера, вроде Дарксир куда более лучший хардлайнер, а вот Лич до сих пор стоит. Лич там, конечно, ему очень больно. Ну, бывает такое иногда. Разменяюсь здесь плюшками на миду. У Дарксира, кстати, третий уровень. Для хардлайнера сейчас это маленький. Потому что у Лича пятый. Вот хотя... посмотри, кстати, у Копы появился шестой уровень. И сейчас, я думаю, будет выход куда-нибудь. Да, будет пытаться кого-то зацепить. Правда, маны на рассказ и не сильно хватит. Ну. Хотя нет, смотри, смотри. Прыжок, там, допустим. Скрим и ульта. Могла бы сейчас убить, отпустила. Да и сейчас, я полетел на подмышку. Ну, это ты, Миша. Ну там бы один скилл по ней дать, и все, смотри. Ульта и третья.
маны, наверное, не хватит. А, нет, хватит даже на все маны, сколько там. 300... А, нет, не хватит. 380. Хватит. Через 5 секунд. Так, арканы у нас покупает Пугна, и тут закалывает с реномальцером Рубика и летит Бередж. Как-то пропустил этот момент, вообще влетел такой виномансер, дерзкий парень, и убили Рубика. Лич уже, я как на него не посмотрел, он все бежит к фонтану. Опять неудача у Темпларки. Нет у нее. Что-то алхимик как-то плохо по закупу. Ну, это саппорт. Что-то от него хотел. А, я что-то упустил момент, что он не фармит. 0-0. Жесть. Я вот не понимаю лично такого, когда берут алхимиков саппорта. Ну, я тоже лично не понимаю. Лучше гирокоптера даже саппорта взять, да? Хотя нет. Ну не знаю, вместо алхимика можно кого-нибудь другого саппорта взять, который... Слеем еще какой-нибудь хорошенькую. Так, ну что ж, у нас здесь алхимик приходит на низ. Будет сейчас пытаться забрать какой-нибудь героев. У Пугны, кстати, посмотри, половина хп. Сейчас она будет, в принципе, тангировать. Смотри, алхимик на низу влетает. Так я ж тебе кричу тут про алхимика. Кидает стан, ульта одного залетела. И второго можно, в принципе, убить. Чего они на него не пошли? Могли бы. Он там всего лишь четвертый. Там еще мог быть виномансер, который мог покусать. А он здесь на топе. Ой, на виду. Кстати, по-моему, с алхимиком саппортом винрейт очень маленький. Ну, не скажи. Кстати, я смотри. Вот... Допустим, фармит сейчас гирокоптер, так? Фармит. Он нафармил там все 5 слотов, идет драться. А в это время подфармливает немножко алхимик. И можно как бы полегче фармить там с ультой, с первым своим кислотой. Ну да. Ты посмотри, что это происходит. Ловят квапу, убивают. А виномастера убили, я не заметил вообще, господи. Ну да, можно. Ну вот, темпларка, кстати, ответила своим ФБ. Богоподобная темпларка ответила своим ФБ. Но это еще не все. Ну да. Только начало. Так, здесь носят вышку и ловят Пугну. Пугны, в принципе, нет ульты пока что. В ответку ловят просто алхимика, с двух плюх убили. Пытаются сосать улича, но не получилось. И некроминикон сразу подбирает тебя Пугна. Поддержки. Ты подпушь такую страту за 10 минут закончить доту. А у гирокопчика пока что фузы, аква и мэджик вант. Ну, у зенитов, конечно, лейт будет посильнее. Намного посильнее. Ну да, у них там кэрри есть хороший. А у команды мьюзик фармящая Пугна. Мигает тут дерзкий такой Дарксир, типа не иди туда. А он такой взял и пошел. И сейчас кого-то будет ловить, да? Кидает ракетку на Дарсира, стяжка. Здесь Темпларка появляется. Кулдаун. Кулдаун. И просто из-за второй ульты своей, господи, убивает всех. И Рубика, наверное, тоже. Это еще... Нет, все, отошли. Чего не решили отпустить? Так, идите, Рубика. Атакуйте, давайте. А, лянь, там их трое еще подходит. Да их тут четыре под героя. Под смоком, смотри. Под смоком, какие дерзкие ребята. Начинает алхимик расконтовывать. Ловит сейчас какого-нибудь там виномайзера, да. Кидает скрим, там из двух пару блюх убивает, Рубик стилит. Алхимика здесь ловит, убивает. У Квапы капецки нет ульты, здесь стоит стенка. Опять темпларка, богоподобная темпларка, повторяюсь, убивает всех. Отсос упугну, неужели? Ну. Ну, я думаю, уже можно назвать темпларка. Перевернули игру команда Music, конечно. Можно, я думаю, назвать темпларка богоподобной. Хоть чуть-чуть, я думаю. Ну да. Бальзам на сердце ему. Не, ну не сколько она, а все сложные играют. Ну посмотри, как она дерзкая, посмотри, сейчас поплатит за свою дерзость. Как-то... Кулдаун такой, бац! Вот поплатилась, сраным, рано похвалили. Бля, здесь это висажа. Убивает висажа, даже не успел алхимик дать свой стан.
И Веномансера можно убить. А Веномансер, где у нас Веномансер? Да, у нас должны здесь Но ловить. он уходит. Но кто-то что-то не Там побежает. товара. Дерзкий замес, конечно. Птички Денаи трону иллюзий. Господи, зачем мы это сделали? Мало Я ли видел людей. там такой момент, там где кидает алхимик свой стан, и лич такой тпшится на Т1 и стилит у него. Видел это? Да. По-дерзки. Как-то нету вардов от команды Зенит. Но они у алхимика есть в руках. Так что все хорошо. А Пугна вернулась пофармить. Вижу, совсем нету. Ну вот теперь есть. Ух ты, какой хороший вард, посмотри. Тебе сколько. Я не знал об этом варде, серьезно. Ты знал об этом? А, в смысле, что сюда вард можно поставить? Да. И посмотри, как он большую территорию видит. Просто опупенную большую территорию. Это я знаю. Ну сюда его ты не все знаешь, естественно. Не, я много раз видел, когда его сюда ставят. Даже в пабах. Но я считаю, что сюда его не знаю, чем ну, ставить. Посмотри, он же видит. Как идут оттуда люди с реки, как выходит с Т1 и как сверху, если что, пытается загандить. Господи, это превосходный вард. Так, здесь кого? Здесь ловят квапу, подлавливают они немножко, сажают птичек, она не успеет блинковаться и залетают на соло сапшн куда-то, я не знаю, мимо. Квапецкая у нас ублинкнулась в последнюю секунду, просто повезло ей. И уходит. Прям вот почти припекло у нее, мне кажется, сейчас. Сейчас будет на топе, наверное, баталия. Так, стяжка, стенка, алхимик, стан. Ох ты, какой чайник залетает! Троих убил уже! Какой троих? Он попал во всех там, смотри, смотри. Неужели пятерых? Ренейтинг сейчас будет. Пятерых? Чайник, мне кажется, там пятерых должен был разорвать. Минус 5. Лич, это... Жесть, я в шоке. Ну, я думаю, такой, ну, неплохой герой, Лич, неплохой. Нет, ты видел, какой чайник просто по-царски залетел, там минус 3 сразу в секунду. Надо было ему рэмпейдж дать. Кто там застилил у него рэмпейдж-то? Какой-то гирокоптер. Господи, зачем гирокоптер застилил? Теперь, наверное, все будут тарить БКБ сразу. Открой графики. По графикам у нас у Зенита преимущество. Эй, вы чё? А, Зенит, да. Это же наша команда, которая раскидывает чайники. А по золоту посмотри, кстати, ноль. Золото в ноль, да. Но по опыту, конечно, превосходство бешеное просто. Ну, по опыту там Дарксира унижали. Он был третий уровень. В то время как Лич уже был где-то пятый-шестой. А, у нас, кстати, Рубик украл. Неплохой спелл. Как он называется? И он шил. И все, и разошлись, посмотри, идут фармить дальше. Молодцы. Так, и второй вард поставили, ну вот это дерзкий вообще. Теперь они всю реку видят, вообще. Всю реку. Посмотри, всю реку видят, обалдеть. Это же доту не надо даже играть, просто поставил тут два варда и все, и стой, наслаждайся. Так, алхимик тут лес подфармивает, медальку себе купил. Так, у нас там мечка появилась или нет? Мечка, да, у Лича появилась. Собирает фузы на себе. Ну, и богоподобная темпларка, которая слилась три раза, Яшу себе приобрела. Чё, на намеков на БКБ ни у кого нету еще. Ну, рано, мне кажется, еще намеки. Ну, у гирокоптера только думаю. Да, вот, намек же есть. И у гироскопера. Гирокоптера. Я только что сказал про гирокоптера, и ты сказал, и у гирокоптера. Да. Да. Я что-то задумался. Ты меня не слушаешь, да. Так вот, кстати, появился Blink Dagger у Дарксира. Очень интересно, очень-очень-очень. Будем наблюдать эпичные врывы в пятерых. Стяжка, сетка, стенка. Я что-то вспомнил веселый момент, когда Дэнди играл на Дарксире. И он вначале стягивал, а потом давал стенку. Надо же наоборот делать. И на него вся команда орала, делай наоборот. Так, тут замес, подожди, тут происходит у нас замес. Дарксира как раз чуть этого сейчас не убили. Богоподобная темпларка пытается убить Лича. Что здесь разорвали? Квапу. Она, в принципе, ультанула, но нету здесь
помощи больше и не убивают. Все Дарксира. отступили. Дарксир уходит здесь по быстролянчику. Ну, мьюзики сильно просели по хэпам. Смотри, блин, убили Квапо. Она ж даже, кстати, не успела ульту свой дать, Sonic Wave. Как-то мне как я послышал, я что ли, не знаю, такая бац! И закричала. Так, ну что, как у нас тут дела стоят у героев? Гирокоптер фармит. Гирокоптер 80 крипов, господи, просто прилетно. Ну, на 16-й минуте. Ну, прекрасно. И счет у него 3-1. Так, здесь как-то чекает висаж. Чекает, чекает. И алхимик такой, нет, я убью эту копию, да, убейте ее. Бей, на тебе плюшку, и все, убил. И гордо возвращается фармить. Так, ну что ж, кто у нас здесь собирается убивать? Темпларка богоподобная или кто? Да, БКБ на себя, кстати, тарит сразу, слышишь, мне кажется. Либо это Саша Яш, либо это БКБ. Как ты думаешь, что это появится? Даже не знаю. Ну, мне кажется, вряд ли Санжи Яша. Хотя... Смотри, видишь, Яша есть там, все такое. Хотя, может, и Санжи Яша. Но я очень редко видел Санжи Яша в Темпларке. Вряд ли будет сожалеть. Ну, может быть все-таки. Так, у нас уже появляется, кстати, у Квапецкой Арчит появляется. Будет она затыкать, мне кажется, Виномансера, будет она затыкать Пугну, будет она затыкать Дарксира. Вот кто из них более опасен, как ты думаешь? Мне кажется, Виномансер, который может раз и просто всем оставить 5 хп. Михаил, вы пропали. Михаил. Да я кашлял. Включал микрофон. Господи, какие классные варды. Нет, серьезно, посмотри. Посмотри, ну просто весь лес видят. Алхимика нет, алхимик это свой. Да, вот они зовут прикольные. Надо запомнить. Да, вот суперские варды, ну прекрати, ну. Ну что ж, драки будут какие-нибудь или будут все фармить опять? И игрокоптер будет себе собирать там БКБ, МКБ и так далее. Мека появляется у Висажа. Ох ты, посмотри, сколько стаков тут. Фармят-то герои доты, посмотри. Как ты, кстати? Стак опять, наверное, забрали сейчас. Игрокоптер нафармил, наверное, сейчас голды. Так, этак 600-700. Кстати, странно, вот Квапа купила рецепт на Орчит. В смысле, там только рецепт? А, ну все. Ну вот, только что купила. Став, да, мне показалось, что там уже конец. Ну вот посмотри, Гирокоптер, ну посмотри, у него на 20-й минуте будет уже БКБ, будет уже Доминатор, Аква, Фузы и Мэджик Ванд. Это просто... Аквила. Господи. Всю жизнь называл Аквой. Аквила, хорошо, так уж и быть. Ринков Аквил. Тогда прочитай мне, пожалуйста, стан у алхимика. Insable control. Нет, это стан. Unstable. Нет. Instable. Контактик. Ну нет, это... Подожди, я прочитаю, это подожди. Control, так, тут драка, что ли? Мне кажется, нет, кажется. Так, Concoction, наверное. Как Concoction? Нет, как там, господи, забыл. Instable Concoction. Итак, алхимик сейчас будет разряжать свой Instable Concoction. Надо забить в Google переводчик, как правильно он читается. Мне прям интересно стало. Поставил вард здесь пуганно, пытается сосать у алхимика. Как-то неудачно. 20 хп у него отсоса. И сразу регенится. Так, кстати, у Гирокоптера появилась БКБ. Ну что ж, теперь-то можно драться идти команде Зенит. А команде Мьюзик надо отдефить. Ну вот уже герой команды Мьюзик и Номансер дефит вардами своими. Лич раздает свои няшки друзьям все своим. Все собираются на меду. Так, ну что ж, алхимик сейчас будет разряживать свой Instable Control. Вардом, конечно, коцать так неплохо. Так, у нас здесь залетает. Ладно, будет ловить сейчас алхимика, кидает стан.
птичками своими. И отходит, отходит, отходит. Ее собьют. Ну, клопа капецкая, я не знаю, что она там делает. Она сейчас как-то пытается подпушить. И все, и разошлись, разошлись как-то по-быстрому. Посмотри, сразу в секунду ушли. А вот команда Мьюзик-то думает, что на топ-то надо идти. Они идут на топ. А, тут встречают, кстати, Дарксира. Алхимик кинул свой конкоушен. Я не сказал слово instable, блин. Еще раз получится, ладно. Дарксира минус. На топе тут. Клопа уходит. Клопа такая развела, вообще дерзкая. Пришла такая... И сейчас Т1 спушит. Ну вообще молодцы команда. По деньгам там, конечно, перефарм идет жесткий, потому что крипов там меньше забрали. На целых 3000 они имущество. Так, что у нас залетает? БКБ у нас тут почти залетает к лапе. Намек на БКБ. Господи, какой это дерзкий было, просто вообще ты это видел? Нет. А они такие подрались такие на миду, типа подрались. Клопат пошла вверх, типа пушить, и команда из низ тянулась вниз. Алхимик скинул свой Unstable Concussion и просто... Ты задрал уже этим словом. Слушай, ну, я должен правильно говорить всякие спелы, вот давай... Какие там еще большие слова? Сейчас. Wall of... Реплика. Реплика. У Дарксира стяжка, ой, сетка. Я нашел Google переводчика, я нашел, как считается это. Как? Сейчас. Unstable concoction как-то. Unstable concoction, ну, все, надо запомнить, надо говорить. Concoction, как-то так. Unstable concoction. Жесть. Надо учить английский. Сажают их птичек, но как-то не особо попали. Кстати, Рубик у нас теперь пушер, оказывается. Украл, ну пугай первый спел. А, это, кстати. Неплохо, плюс. надо оставить. Кстати, заканчивается у него уже это. Там вот ДД, надо брать или вырезать. Ну что ж, клопа, клопецка тут делает, клопа, иди к своим тиммейтам, дерись. Они же сейчас порвут всем очко. Клопа странная. Не, серьезно, клопа, давай. Что ж ты стоишь-то? Господи, что же они делают? А смотри, смотри, там крип долбится. Ancient. А, нет, все ты. А, да, ну. Долбит. Смотри. Как будто ты, блин, 3 стака никогда не делал, даже 2 стака. Ну, они редко долбятся. Они всегда долбятся. БКБ у нас появляется уже у темпларочки. Вот я говорю, что это БКБ. Так, здесь у нас гирокоптер включает БКБ. Нарезает по своим кулдаунам. Господи! Где этот чайник? Он убил уже двоих! Офигеть, тварка пытается как-то кого-то догнать на конце. Сейчас закончится БКБ, ее, наверное, вырежут. Били, блин, здесь Рубика, стяжка, стенка. Дарксира. Дарксир минус. Били, уходит здесь, похоже на гирокоптер. Тварка, минус. Почему ты птичек не контролил, висажки? Бивай, здесь еще лича. Господи, где эти двух птичек? Двух шапоров разменяли на Team White. Ну, слушай, класс. Ты видел птичек, они стояли, не могли сейчас забрать гирокоптера просто в секунду, вот прямо сейчас, видите? Забирайте, господи, что же вы творите-то вообще? Ты видел этот Unstable Concussion? Просто залетел по-царски в этого, в Дарксира. Нечто было, ну, просто вообще. Это без клопы они дрались, посмотри, ну, господи, что творится вообще с этими командами? А клопы не было, да? Клопы не было, надо... Вообще, ну, посмотри на это. Ну это большой минус, конечно, да. Это просто вообще, ну клопа-то фар... О, тут будет ловить клопу. Ну как ловить? Будет дефить от клопы. Большой тут рефарм, конечно. 5 стаков сделает, опять зафармит их. 3700 у него же, господи, как он фармит. Реально хвост какой-то. Ну, Миш, ну вот как это вообще происходит? Скажи мне, пожалуйста. Ну да. Ну, так это с учетом того, что клопа его даже прифармила. Офигеть. Кого? Клопа жесткая. Ну, клопа, смотри, 160 крипов. А, да не покрипал, смотри, посмотри общую ценность, и гирокоптер там уже перефармил. На этого пса, да, конечно, тоже неплохо. Господи, посмотри сейчас на этого гирокоптера, он просто встанет и даст 3 плюхи. Раз, два, три, четыре. 4 плюхи, нет половины крипов, господи. Просто невыносимо, как они это делают, серьезно. 4400 уже гирокоптера. И сейчас Рошана придут заберут. Слушай, такие дерзкие парни, просто вообще медальку кинули. Смотри, алхимик Кирасу варит себе. Сразу, Кирасу! Неужели, подожди, а может он уже несет ее себе в куре? Нет, что это такое летит? Это летит Яша. Кому? А Мьют летит. Яша гирокоптера, что это будет? Санджи Яша.
Монтане. Говорит, хороший артефакт. Не знаю, ну с Анджелешем часто собирают дело. Господи, как они это делают? Серьезно, вчетвером дрались вообще. И Квапан, Силь Тайгерс, господи, посмотри, Квапан. Мне кажется, они мини-скайп играют. Мне кажется, там сидит Квапа такая, типа, ребят, я фармить. Они такие, ладно. Там... Ну знаешь, что я тебе скажу, что Зениты точно играют без скайпа. Ну, блин, какая разница, Зениты там, Нави вообще без разницы. Не, просто только Россия и СНГ играют на скайпе. Все остальные сидят всяких Мамбл, там, Рейд Кал. РК, там... классная программа. Не, серьезно, видел, Квапа тоже такая Клёво, дерзкая. Просто. Пришла такая, взяла Аегис, украла. Наверное, там Геракоптер матерился на нее. Хотя, наверное, слаженно все это было, ну ладно, неважно. Но сейчас-то надо идти дальше. Ох ты, господи, посмотри на курьера. На какого именно? На курьера команды Music. Помнишь, я восхищался им тогда? А, или я не... вчера у кого-то у Альянса такого, по-моему, видел. Да-да-да. Классный курьер. Да посмотри, они дальше идут просто, вообще. Идут втроем, вообще не боятся. Тут на низу алхимик фармит, там домой идет Квапа, Квапецкая. И втроем идут пушить. Они такие, типа, ну, раз мы сильнее, значит, надо идти меньше народа. Алхимика надо цеплять, что они стоят, не знаю. Но алхимика ультающая, в принципе, и половина. Как и начала фармить крипов, посмотри. Класс. Алхимик такой, сейчас, ребят, я отойду от вас. Нет, он дальше, они фармят. Сейчас придет Дарк Сир, он будет втроем фармить. Нет, ловят, пытаются. И ульта закончилась. Так, инфестал, господи, не успел. Инстейбл коушен. Нет. Unstable concoction. Concoction. Господи. Вот, кстати, не вовремя совсем закончился ульта, так бы, может, ушел. Но забрали алхимика. И гирокоптер, где ты гирокоптер? Так, у него манта появился, я же говорил, что манта будет, а ты не верил мне. Да, манта. Ну, мне не нравится манта на гирокоптере. Ну что ж, кстати, посмотри, птички появились у нас у Рубика. Да ладно, Рубик спер птичек. Да, хотя я не знаю, где они. Вот они, птички бегают. Ой, я сейчас офигею, если будут баталии между птичками. Такие приходят друг на друга, такие бац-бац-бац. Сажают птичек, наверное, просто Висаж охреневает. Насколько все-таки Рубик у нас ворующий. Так, а где птички? Птички, птички. Вот они, птички бегают. Ну что ж, залетает здесь Квапа, Квапецкая, кидает, торчит на кого-то там. Стенка мимо. Отсасывает, подожди, кулдаун залетает. Пугна отсасывает, пугну, сейчас, мне кажется, птички заберут. Там урна висит. Чайничек, чайник. А где чайничек? Чайничек, господи, два. Сейчас 5 секунд. И это опять тимвайп. Ну, нет, практически. Это не тимвайп. Красный, сейчас я отойду, мне звонят. Уходите быстрее, тут такой экшен происходит просто вообще. О. Да, Квапа, конечно, оправдала свой вот этот... фарм, такая дерзкая, пришла, значит, кинула свой скрим, кинула свой Sonic Wave и вообще разорвалась. Даже БКБ, она даже БКБ не нажимала, посмотри на нее. Вообще без потерь. А у них же еще Аегис там, да? А у них еще Аегис, мне кажется, это все, это забей называется. Ну это да, Зениты. Ну что ж, где этот, тот самый богоподобный темпларка, которая должна всех разрывать? 7-4 всего лишь. Всего лишь. Так, ну что ж, Квапу здесь подлавили немножко. Так, здесь Infestable Concoction Kill на Дарксир отсос. Ты заговариваешься там уже. Да подожди, ну как стан называется? Они заходят в хайграунд. Кулдаун залетает, в кого там попал, вообще. Не, я офигеваю, ну господи, убили здесь Квапу, он нажал БКБ. Скрим, замедление, Infestable Concoction залетает, господи. Байбек сразу от темпларки. И убивает здесь алхимика. Долго он, конечно, кидался в конкошен. И надо цеплять остальных. Ну кого остальных? Рубик здесь-то может во вторую идти, но что-то он не хочет. Ладно, неважно. Квапа здесь фармит. Не, нормально, я пофармлю лучше. Игрокоптер тут. Что ты сказал? Рубик может во вторую уйти? Ну, в смысле, во вторую эту темпларки. А, он успел. Мэл. Игрокоптер опять идет фармить 500 стаков. Нет, ну... Господи, серьезно. Вот сейчас, Миш, мы с тобой пойдем в паб. Я возьму кентавра, который... Кентавр захватчик, вот, крип. А ты возьмешь гирокоптер. Я буду тебе делать отводы,
а ты пойдешь и просто всех убьешь, хорошо? Хорошо. Без проблем. Некрономиконы третий появились у нас уже у дорогого товарища Лича. Так, и в ответку пушит команда Мьюзик. Пока нету двух героев всего лишь, господи, какие они дерзкие-то. И отходит сразу. По деньгам там, посмотри, 20 тысяч преимущества за Зенитом, но команда Мьюзик вообще не сдаются за 15, по деньгам за 20. Сейчас Лич получит 16-й. И будет опять врыв. Ну да. Квапа тоже такая, я буду пушить. Я без скайпа, все такое. Так нет, подожди, Зенит в скайпе, в смысле? Я их в скайп добавлял. А, да? Да. И те, кто участвует в StarLadder, они все в скайпе. Так, здесь ловят квапу квапецку, она сразу блинковывается. Кидают сорс на себя Дарксир и уходят. Все, не получилось загангать никого. Квапа такая вообще шоганная, убегает с блинком. Не побежает за ней никто. То есть Квапа, странно, что ушла как-то, отпустили ее. Да как странно, она просто обвинтнулась два раза. Ну как, Квапа была вот тут вот, а вот тут вот все были герои, вот так чисто вокруг нее все были. Солнышко. Так, ну что ж, здесь пытается алхимик нарезать кого-нибудь, типа вышки. Как-то не, даже под ультой он, посмотри, умирает. Колдаун, либо... Колдаун залетел в этого. Ват залетел, колдаун. Половину крипа убил почти. Так, здесь будет Infable Concoction? Нет, как там, Instable Concoction? Или не будет его? Concoction, там К еще ты пропускаешь. Господи, нет! Я не буду дальше повторять. Так, Ват здесь ставит, любые спеллы, сразу беда. Так, ну что ж, здесь залетает Дарксир, стежка, стянка. Стежка, стянка. Господи, Concoction залетает, Дарксира, он стоит на месте, вырубает БКБ, Герокоптер пытается нарезать, здесь убили Дарксира, убили Темплар, я даже не заметил. Лич кидает свою ульту, Чайник залетает, убивает здесь, еще Висажай убивает, здесь должны Пугну, Инстебл, Concoction залетел в Пугну, не нанес ни секунды урона, и саппорт Алхимик убивает. Лич доминейтинг, я в шоке. Не помогают ни БКБ, ничего. Господи, ты это видел просто. Concoction, господи, просто затащил. Ладно, все, не будем больше говорить. Но мне кажется, тут все, забей БКБ, я так понял, уже нету ни у кого, да? Ну, неплохо так нарезали. Их. Писал в начале капитан АИ, что я буду извиняться, если мы проиграем. И посмотри, в это время даже Квапы не было в драке, серьезно, господи. Посмотри, у нее скрим вообще, ну скрим понятно КД, у нее Sonic Wave не в КД вообще, обалдеть просто. И третью сторону сносят такие дерзкие вообще парники из команды Зенит. Ну здесь надо писать две буквы. ЖЖ? Нет, смотри, дефит до последнего. Скрим никуда не важно вообще, ульто ни в куда. И рубит все-таки у нас Герокоптер, всех Герокоптер рубит. Стапа был, даже он не кидает ничего, послал своих копий убивать. Ловит здесь, в принципе, дорогую товарища, никого. Врубает БКБ, здесь царская Темпларка нарезает, здесь Лича, Лич здесь уходит. Инстейбл Конкурс сейчас залетит в героя доты типа Висажа. Герой бьет, героя бьет. Смотри, какой герой бьет героя. Инстейбл Конкошн, еще один залетел. Я выучил название этого спелла. Дезолятор покупайте, Квапа, Квапецкая на лоу КП бьют. Господи, посмотри, какие они дерзкие. Вот до последнего. Так, ну что ж, здесь мне кажется, Герокоптер должен дать плюху просто и все. Герокоптер, неужели поймают и убьют нашего дорогого РМПджа, этого убили, да. Алхимик, просто последнюю тычку дай. Дай последнюю тычку. Да он еще посмотрел, забрал еще как там. 7 хп. А, да, забрал он Дарксира еще просто. Нечто персонаж. Ну что ж, 7 хп у нас у казармы магов. Ничего, сейчас команда Мьюзик отдефает и пойдет в пул. Ага, сейчас заберет Рошана. Заберет Рошана, заберет 3 сыра и пойдет снесет им сторону, потом вторую, потом третью и закончит игру победы. Так, здесь Квапа залетает -1, -2. Под дезолятором там сейчас блинк будет у нее. Посмотри, господи, блин. Квапа просто в соло нарезал. Соло забирает двоих, если не трейка не заметил.
Пугна поставила вард, наконец-таки. Убивает здесь птичек. Нет, отсос идет, отсос не получился. И лич такой приходит. На тебе, лич, чайник. И Квапа такая, бат, и плюху дала. Лич все-таки застилил. Чайник все еще летает. Квапа живая. Стоит все-таки. Ох ты, посмотри, какой дерзкий виномастер. Поставил варды вокруг этой казармы магов. Будет дефить все-таки команда. Не хочет сдаваться. Ловит здесь. Вообще непонятно, кто кого ловит. Дарксир пытается уйти. Дарксир куда-то просто бешено убежал уже. И такие все сейчас атакуют эту 7-хиповую. А, это крепость ушли. Ну вот, все. До последнего держались команда Мьюзик. Посмотри, держали. Вард этот. Даже сейчас пытается. Даже сейчас. Первый раз разлетелся виномастер вообще в этой игре. Хорошо. Да, кстати, я не помню, Гелия что-то от виномайца. Алхимик такой приходит с башером уже, я не знаю, откуда у него башер, саппорт, алхимик. Господи. Алхимик только вроде бы пару назад был, минут назад был саппортом. Ну да, а сейчас он уже такой неплохой кэрри, который не знает всех. Господи, просто невыносимо. Этот гирокоптер, который зафармил 15 этот пак. Unstable Concoction, да? Unstable Concoction, который просто по-царски залетал, конечно, вообще. Так, ну что ж, Михаил. Что ж. Мы можем, в принципе, продолжить смотреть команду Зенит. Или можем сделать перекур на часик. Отключаю стрим. Отключаю стрим. Ну что ж, всем спасибо, кто нас смотрел. Я Боки или Ярослав и Миша Михаил. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля. Да.